Разберите, что вы думаете об эвтаназии, если человек не страдает расстройством психики, мне кажется, он волен решать, продолжать ли ему эту жизнь. Ну, сейчас эти дискуссии в связи с замечательной картиной Озона, все прошло хорошо, естественно, они вспыхивают с новой силой. Да, наверное, если человек тяжко мучается, он вправе эти мучения прекратить. Другой вопрос, опять-таки, как это сделать... Без участия третьих лиц, которые будут всю жизнь себя считать виноватыми. Не знаю. Чрезвычайно трудно это все. Но то, что человек волен решать, это, безусловно,